Привет всем! С вами Лига Music Wars. У нас летний период, у нас началась жара, и к нам завезли новые подарочки, завезли много интересного. Но прежде чем мы все это рассмотрим, хотел сказать большое спасибо администрации за начисленные звезды. Я получил 5000 звезд, я получил 100 рингов, примерно около 4000 где-то чипов. Я точно не посмотрю, потому что чипов у меня действительно много, и я не мог все посмотреть. Дальше, было начислено мне 10 тысяч торнов. 10 тысяч торнов мне начислили, потому что у меня был девяточек там. Ну, то есть, соответственно, мне накидали еще сверху. Большое спасибо. Это за ту ошибку, которая была на Фейсбуке. Был полный рассинхрон сервера. Все, кто восстановил свои аккаунты, пишите плюсы в комментариях и говорите спасибо администрации. Я понимаю, что многие потеряли рубины, многие потеряли квиды, ребят, но их уже не вернуть. Да, была ошибка техническая. Что могли разработчики, то компенсировали. Даже рубины многим компенсировали за дни простоя. Я очень сильно сочувствую тем, кто потерял вообще квиды. Потерял кучу расхода. Возможно, вам еще и расход в подарок дали, но тут надо посмотреть. Ну, хотя бы что-то компенсировали. Пошли навстречу. Молодцы. Прям молодцы. Но прежде чем мы начнем все это рассматривать, давайте, ребят, давай на форум. Летняя жара. Итак, у нас бедуины. С ними пришла у нас нефть. И пришли у нас два бонуса. У меня уже выключены они оба на плюс 5. Итак, гроза районов. Кто-то не знает, мы всегда про нее говорили. Она раньше была в подарках на последней волне в майскую акцию, в новогоднюю акцию. А сейчас ее поставили в подарки. К выкачиванию не обязательно для простых игроков. Для топовых групп, которые у нас есть. Давайте, Лето Сити, Rebels, кто там, пьяные ежики, в конце концов. Не, ВВМки, ПДшники, пожалуйста. Ребят, качайте, вам прям облегчит ситуацию гонки вооружений на ваших территориях примерно в 20 с лишним процентов. Причем самое интересное, артефакт очень долго живет, прям, ну, это ваша машинка к выкачиванию тех, у кого ее нету. У меня на 3 уровня, выкачивать я ее буду только с бесплаток, что и вам советую. То есть она не дает таких больших бонусов, просто выезжает, дымажит и все. Максимальный бонус ее 160% от вашего максимального урона. Ну, так себе, так скажем. Поэтому, ну, мимо, короче, мимо. А вот что я буду качать, это хищника. В общем, питомец с последним его навыком 19 уровня, который дает 300% от своего урона от этой бомбы. Ну, это колоссально. И, соответственно, на своем топовом уровне, сколько там, по-моему, 600, по-моему, он выдает. Или даже больше. Вот так вот. Вот, можно будет посмотреть все его умелки на топовом 20 уровне. Итак, давайте быстренько пройдемся, проанализируем. Итак, камуфляж — это защитный, то есть защищает своего питомца. Охотник — это атакующий навык. Инстинкт убийцы — атакующий. Последний шанс — это поддержка. Соответственно, иссушение — это тоже, насколько я понял, это атакующий навык, так как он не дает эти характеристики, соответственно, своему хозяину, он их себе перекидывает. То есть это атакующий, и последний тоже атакующий. Это атакующий чисто питомец. Его качается арконами на силу, сила, ловкость. То есть если есть, то пожалуйста. То есть по сути три аркона, если у вас он 15 уровня. То есть сила, сила, ловкость, там сила, талант, ну неважно, но все равно сила, ловкость и, соответственно, живучесть или сила, живучесть, чтобы по максимуму можешь выкачать все на силу, чтобы он по максимуму бил. Да, жить он не будет долго, это 100%, но зато урона может нанести очень много. Ну, диск, ладно, диск — это не критично. Дальше, в магазине это тоже нет. И вот для любителей всей халявы, в общем, всей красоты, ребят, завезли у нас опять летние подарочки. В общем, мужских костюмов, сразу говорю, меньше, женских больше. И цветочки, и диадемы, и перья, и веночки, и, в общем, очень много. А у мужских у нас наколки, очки и так далее. Даже мой индеец еще с прошлого года сохранился. Цены, сразу говорю, за него небольшие. Если 4-5 дней, ну, на месячном плане с этого, то можно себе что-нибудь купить. Даже я, нищеброд, купил себе перо. Но почему я начал делать это именно в турнирный марафон?
Я выкупил очень много боев и очень много энергетиков. В общем, у меня осталось еще здесь куча энергетиков, а боев, как вы видите, уже нету. Я слил все бои, при этом я успел выкупить подарки. Все подарки уже выкупил. И сейчас давайте их будем открывать. Ну что ж, давайте такое, скажем, небольшое радостное событие по открыванию подарочков. Итак, у нас 50 звезд, но больше у меня нету. И поехали. В общем, 30 подарков с хищников. За раз и посмотрим на дроп. Ну, сразу говорю, дроп не должен быть такой навороченный, как положено. Как у всех, короче. У меня, в общем, хищник 14. Если я выкачу его до плюс 16, это будет просто чудо. Ну, я думаю, что я его не выкачу. Ну, хотя посмотрим. С 30 подарков должен один упасть. Один. Судя по дропу, то есть я уже посмотрел у Ленара. Отлично. Хищник 15 уже есть. О, турнирный, кстати, 600 мест. Ой, блин, сейчас начнется. Нет, 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 сейчас. Какая форс-мажорная ситуация. Ровно час ночи. Просто печальная. Ладно, хорошо. Поехали дальше. Блин, интересно, правда, шестисотник выкачу. 16. Давай. Еще. Ну не должен, я говорю, не должен выпасть, ну не должен. Но хотя, фиг его знает. По сути, вот это круто. 2600. Ну, можно сказать, он уже окупился. То есть можно будет еще и... Можно будет еще... Еще 200. Да ё-моё. Да вот это что? Да это так не бывает. Но 8 осталось. Не, ну я выкачу 16, наверное, его, конечно. С 5000 это еще минимум 10 подарков. 3 осталось, нет. А-а-а-а, все. Ну, качать я его дальше, наверное, не буду. Ну, больше, короче, он мне не выпадет. Итак, 16 уровень, ребят. Первые эти. Шансом 40% отбирает у противника 15 всех характеристик на 2 хода. Хотя бы что-то есть, и появился еще один аркон, как и положено. То есть, к сожалению, у меня на силу нету, но, блин, буду искать. Буду искать, если будет возможность, то поставлю. Пока аркончика нету. В общем, так хоть сказать, все, акция летняя закончилась, можно теперь не тратиться. 5000 звезд, скорее всего, идут на следующую акцию. Ну, не знаю, я еще подумаю, но, скорее всего, не буду покупаться в эту акцию, потому что оно того не стоит. Качайте хищника хотя бы 16-й, 11-й уровень. Сейчас вот до 11-го надо прокачать прям кровь из носа. Прям качайте, качайте. Всем счастливо, с вами был Доктор.